Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как создать интересный школьный музей? Какие уроки проводят в школьных музеях Самары? Какую роль играют школьные музеи в патриотическом воспитании молодежи? В нашей студии Татьяна Чижова, руководитель музея школы номер 90 имени Героя Советского Союза маршала Мерецкого, и Виктория Пак, руководитель музея школы номер 3 имени Героя Советского Союза Фадеева. Татьяна Федоровна, Виктория Вячеславовна, добрый вечер, рад вас видеть. Здравствуйте. Вопрос, наверное, важнейший, из которого нужно начинать вот эту беседу. Зачем нужны школам музеи на сегодняшний день, как вы считаете? Вот кто начнет, давайте. Ну вот сразу хочу сказать, чтобы понятно было, что школьный музей, он очень отличается от тех музеев, которые относятся к Министерству культуры, например, потому что музей – это образовательное пространство, и его задача – это тоже образовательная. Поэтому работа музея в этом отношении, ну, просто бесценна. И не зря у нас в городе Самаре, ну, практически в каждой школе есть школьный музей, потому что вот его выполнять задачу вот эту, ну, невозможно больше никакой, наверное, структуре, никакой организации, как именно музею. Потому что дети детям, во-первых, вот это вот сейчас... То есть дети детям дети доносят детям, информацию, да. Так? Это совсем иная ситуация, да? Потому что дети, ну, устают, наверное, от авторитета взрослого человека на уроке. А ну, когда откровенно говоря, да, я вспоминаю себя, да, конечно. Да, приходят в музей, это, их встречают, их же иногда и одноклассники даже, вот, может быть, чуть старше, чуть младше, совсем иная ситуация, неформальная, совершенно другие формы общения. Ну и, конечно, музей все-таки традиционно это хранитель памяти, хранитель тех удивительных предметов и вещей, о которых ребята больше, ну, наверное, в своей жизни нигде не услышат и их не увидят. Ну, например, в нашей школе этнографический музей русского быта «Родная старина», где собраны экспонаты, начиная с 18 века. Вот у нас есть замечательный, вот просто очень редкий урыльник, умывальник, угу, чугунный. Вот и он 1780 года. Ничего себе. Да. И, конечно, даже вот те названия, которые же уходят там в прошлое, ребята слышат, запоминают. У нас есть особые там такие игры, когда им приходится квест целый там пройти, чтобы попасть там в такую-то страну музейную, в такое-то там пространство и так далее. Вот, поэтому особенно вот в такой год, когда мы говорим, вспоминаем о народных традициях, культуре, вот я считаю, наш этнографический музей, он сейчас вообще выходит вот на главную, так скажем, позиции в школе, и у нас уже очень запланировано... То есть задача музея – это вот именно воспитание, правильно понимаю? Воспитание и образование. И образование. Ну, образование не хочется от воспитания отделять, потому что, ну, да, образование – это есть воспитание и обучение. И обучение тоже. Потому что в музее, ну, например, у нас даже физики объясняют законы кинетики на работе самовара. Это очень интересно. Вот. Да. Жаль, что мне не объясняли законы физики на основе работы самовара. Но вообще это действительно здорово. Да, это очень интересно. Музей используется в этом плане активно. Татьяна Федоровна, вот, а у вас, вот вы как считаете, какая цель, зачем нужна школа музея? Виктория Вячеславовна правильно сказала, что в музее, в нашем, по крайней мере, также ведется очень активная работа. То есть, помимо того, что, конечно же, это центр патриотического воспитания, да, как и в любой школе, где проходят различные мероприятия, связанные с различными патриотическими датами в том числе, но это еще и деятельность детей. То есть дети в музее, они по мере своих возможностей, способностей разделены на различные группы. То есть кто-то занимается оформлением, что-то там следит за фондами, за наличием экспонатов. Кто-то составляет сценарии экскурсии, кто-то ведет шефство над ветеранами. То есть это, вы знаете, вот такой вот увлекательный процесс, который вот постоянно кипит, бурлит. И, конечно же, это вот музей – это целая наша жизнь детей.
в неурочное, можно сказать, нельзя сказать, потому что как-то это все связано и с уроками в том числе. Ну, то есть для наших детей музей – это как второй дом, что ли. То есть, ну, конечно же, нужен школьный музей, чтобы воспитывать, помимо того, что, конечно, детей патриотами, но еще развивать какие-то свои деятельность свою, какие-то свои таланты. То есть ну, практические происходит... навыки, на самом деле. Потому что то, что вы говорите, да. Оформить стенд, например. Абсолютно. Это надо уметь. Ну, вот еще хочется сказать о том, что как раз ребята имеют возможность в музее заниматься теми видами деятельности, которые в учебной деятельности, ну, просто невозможно, например, как поисковые там, да, там и так далее. Вот те самые soft skills, о которых сейчас говорят, да, это вот самое то место социализации. Где эти навыки лично, как раз оттачиваются. Конечно, да. Конечно. Вот это в музее это просто незаменимая вот вещь. И ребята... Не все, конечно, хотят быть экскурсоводами в дальнейшем, педагогами там, и так далее, но они видят, насколько им это лично важно. И, конечно, у нас, например, вот в музее очередь, у нас уже 6-е поколение будет экскурсоводов. Это всегда 3 группы, старшие совсем, 11-10, это среднее звено, это младшие ребята. И у нас конкурс в музее. Потому что это очень престижно, это красиво. Это увлекательно. И самое главное для ребенка, для любого ученика, важно, он это понимает. Это очень полезно, потому что навыки, конечно, уникальные воспитываются. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте сюжет посмотрим. Он тоже касается музейной темы, а затем продолжим нашу беседу. История 37-й школы тесно связана с военным временем. Образовательное учреждение открылось в 1939 году, и поэтому как учебное заведение долго поработать не успело. Началась война. Всего через 2 года после открытия школы здесь начали готовить связистов, в которых остро нуждалась Красная Армия. Отсюда девушки и юноши уходили на фронт. Их обучали телеграфному делу, азбуке Морзе и работе на радиостанциях. За несколько месяцев в невероятно трудных условиях военного времени из еще вчерашних школьников готовили солдат и радистов. Отсюда выпустили порядка 12 тысяч специалистов. После войны за парты снова сели дети, а в 75-м в этом кабинете создали музей боевой славы 8 радиотелеграфных курсов. Сейчас здесь хранятся действующий телеграфный аппарат Морзе, катушка связиста и восстановленный патефон 40-х годов. Кроме того, в музее есть так называемая крупорушка. Это небольшая машина по очистке и переработке зерна в крупу. Ее соорудили курсанты, чтобы готовить себе еду в голодные военные годы. Особенно детям это интересно, потому что ну, младшее поколение, ну и старшим тоже они очень много, вот, кто приходит из таких уже взрослых, как... Ну, 40, там, 50 лет. Тоже они для себя очень много нового узнают. Школьники с особым интересом и трепетом относятся ко всем экспонатам. На основе материалов музея они пишут творческие работы и рефераты. Да, это безумно интересно. Здесь мы познаем что-то новое. Здесь мы открываем для себя новые знания, новые границы, горизонта. Музей неоднократно побеждал в городских и региональных конкурсах. Учащиеся работают над проектами, посвященными хранилищу артефактов. Так, уважаемые гости, вот, давайте поговорим о том, как вы создавали свои музеи. Потому что вот сюжет мы посмотрели, там, понятно, это была школа, которая с 1939 года существует. Она войну прошла. Это одна из ситуаций. А вот как вы создавали ваши музеи? Ну вот, начинайте. Ну, хорошо, вот... В этом году наш музей маленький такой, юбилей, 15 лет. И начиналось все просто, вот все равно это начинается все с людей, с тех личностей, которые горят этим делом, которые хотят это создать, какой-то творческой группы. И вот такие учителя у нас подобрались. Пришел замечательный человек в нашу школу, методист Галина Митрофановна Власова. И... Ирина Николаевна, директор наш, сказала, хорошо, добро. Но надо было начинать с того, что ведь этнография – это прежде всего экспонат, конечно. Конечно. Ну вот, и мы отправились в экспедицию. Причем этнография – это серьезная наука, это очень серьезная наука.
И, опять же, помогли добрые, хорошие люди. Мы поехали в Борский район Самарской губернии, потому что там были родственники, люди, которые могли помочь. И вот мы собрали практически за один сезон, за лето и осень, основные, фонды. Да, основные фонды. И вот с этого мы начали. Ведь просто для понимания зрителя, я сейчас вот просто расшифрую этнографию, это наука об этносах. Uh-huh. То есть, соответственно, вы ездили в национальные деревни. Ну, в основном русские, конечно, деревни. Русские, да, но как бы, да. Загла, конечно. И потому музей-то у нас русского быта, да, uh-huh. Вот. Но я хочу сказать о том, что мы еще это застали. Вот сейчас уже, к сожалению, сложнее, вот вроде бы все 15 лет прошло, но уже сложно. Ведь порой люди такие уже престарелые, пожилые в деревне, они к таким вещам относятся, ну, они их не хранят и не ценят. Ну, возьмите там чердаке, там у меня чугунок лежит. Ну, да, где-то лежит, что-то понимаете? Пылится, да. Конечно, вот. Но нам, вот я говорю, повезло. Мало того, что мы вот смогли вот такие экспонаты собрать, когда первое открытие произошло в музее, вот самое первое, потянулось люди, очень много гостей, и, конечно, стали просто люди нести, видя, какой интерес у ребят к этому, насколько это важно в школе, когда каждый этот предмет займет свое очень уважительное, достойное место в экспозиции. Вот это, кстати, важно, уважение. Да. И вот в этом плане нам тоже очень много. То есть мы вот практически за один сезон собрали, а потом нам дарили. И продолжают это делать. Дарить. Соответственно, вы стали пополнять, оформлять фонд. Да. И так получилось, что вот сначала это была экспозиция 19-го основного века, начало 20-го. А потом приходили люди и стали нести нам вещи уже советской эпохи. И ну, столько этих вещей у нас набралось, что мы открыли еще одну экспозицию. Наша старая квартира быт советской эпохи. Это одна из экспозиций нашего музея этнографического теперь. Кстати, надо прийти вспомнить. Это очень советской интересно. Эпохи. Вы знаете, вот открывается, у нас так интересно открывается, неожиданно такие двери. И первая фраза у всех, кто видит эту квартиру советскую, ой, как у нас. Я вот так жил. Очень, я так жил, да. Это очень греет, конечно. Это греет, конечно. Да. Татьяна Федоровна, ну вот как ваш музей создавался? Ну, я так думаю, что каждый методист своего музея школьного, так же, как и его активисты, ребята, так же, как учителя, которые в школе работают, считает свой музей уникальным, правда? Ну, он потому и музей, что он уникален. Да. Мы считаем наш музей уникальным почему? Потому что мы создавали его совместно с нашими дорогими ветеранами, членами городской общественной ветеранской организации «Жители блокадного Ленинграда». То есть начиналось все с того, что ветераны приходили к нам на уроки мужества, рассказывали детям о своих воспоминаниях, о своих блокадных воспоминаниях, воспоминания тяжелые, трагические, приносили какие-то предметы, связанные с Великой Отечественной войной, документы, письма, награды. И как-то в наших встречах мы решили, что ну, давайте создадим в нашей школе место, где будут встречаться ветераны с детьми. И совместно с нашими дорогими ветеранами. Это был 2011 год. То есть все равно люди уже были в таком возрасте почтенном. Да, очень почтенном, конечно. Да, но тем не менее активные, очень активные люди. То есть вот постепенно мы начали создавать наш музей, и это было такое уникальное время, потому что работали мы в таком творческом тандеме. Дети, ветераны, учителя обсуждали каждую экспозицию, каждый экспонат, какие-то точности, где-то даже неточности, спорили. И ребята, вот когда вспоминают, они уже выпускники, вспоминают это время и говорят и делятся тем, что вот такое чувство гордости у них было, потому что они работали плечо к плечу с такими людьми, с героями, и по ходу этой работы узнавали, помимо каких-то музейных, да, навыков приобретали, они еще и узнавали вот из воспоминаний ветеранов такие вещи, которые там не читали в учебниках, ну, то есть были порой шокированы. То, что на самом деле, то, да. Что на самом деле ты не узнаешь другим способом. Да, 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 то есть вот в ходе правда жизни это называется. Неформального общения. Поэтому, конечно, вот благодаря совместной работе, творческой, поисковой тоже, у нас создался этот музей наш
прекрасный, который называется «Блокадный Ленинград». И ветераны также продолжают нам нести ценные экспонаты, то есть начиналось все там с 5-10 экспонатов, сейчас уже на данный момент 267 предметов основного фонда, то есть это предметы, сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны, фронтовые письма, награды, документы, ну, в общем, ценные очень вещи, да, и это благодаря нашим дорогим ветеранам, потому что общество на данный момент в ноябре 2021 года, общество жителей блокадного Ленинграда, которое в Самаре, ему исполнилось 30 лет, то есть общество, ну, сейчас, конечно, насчитывает, ну, понятно, ну, что время, да, время уже ветераны уходят, да. Но тем не менее они еще есть, и они активно продолжают с нами работать. И вот буквально сегодня вот у нас был концерт, были приглашены активисты. Ну, то есть, в общем, у нас вот идет и продолжается, и дай бог будет продолжаться вот эта вот совместная работа с ветеранами. Вот вы сказали, что был концерт, а вот в целом, вот скажите, как вот работают ваши музеи? То есть... И существует определенный график, или как это выглядит в практической плоскости, как приходят гости, кто является гостями. То есть вот я, например, захочу прийти, вот что нужно сделать? Ну вот, конечно, ребята сами экскурсоводы, они учатся. У них есть вот в нашей школе курс неурочной деятельности музееведения. Без этого в музее жить нельзя. Это умение вести документацию, умение описывать предмет, умение заполнять там акт приемки, передачи и так далее. Это очень кропотливая, взрослая работа. То есть на самом деле это взрослая все? Это взрослая работа, которой ребята учатся специально. Это вот особое, так скажем, направление работы детей. А что касается именно вот такой публичной работы интересной, это, конечно... экскурсии. Есть в каждой школе свой план работы музея, где планируют определенные разные тематические экскурсии для определенных ребят, для определенного возраста, когда это все вносится в план работы, и к каким-то датам. И это просто в текущей работе. Это, ну, в нашей школе, например, один из любимых таких видов, вот, это мастер-класс по изготовлению народной куклы. У нас чудесная коллекция. Ну, я сразу сам подумал, Масленица наверняка это ваш праздник любимый. Ну, один из любимых. Ну, один, да, да. Но, вы знаете, мы в основном все-таки такие серьезные проводим праздники не столько на улице, сколько в музее. И для нас ценно рассказать об экспонате. У нас очень много экскурсий, которые так, можно назвать таким циклом «История одного экспоната». Ведь у каждого экспоната своя судьба. Вот у нас есть, например, удивительная икона Казанской Божьей Матери. Это такая потрясающая история, когда вот как раз наши девочки рассказали Елене Владимировне Лапушкиной, которая была вот буквально на прошлой неделе у нас в гостях, об этой истории, когда чудом икона сохранилась из сгоревшего храма, она до сих пор у нас в копоти. Вот эту икону, да, спасли. А сколько же лет этой иконе, прошу прощения? Ну, уже в 1864 году. Это первые упоминания об этой иконе были. То есть это середина 19 века, да, практически. Но самое главное, что эту икону, когда спасли, к нам пришел вот посетитель, он нам ее принес, подарил, рассказывал его отец. Вот отца, родители спасли эту икону, а сам отец пошел на фронт, потом в Великую Отечественную, во время Сталинградской битвы их окружили фашисты, и просто уже, ну, наверное, мы, говорит, бы погибли. Ну, то есть крайняя маленький ситуация. Храм, маленький храм, открыты двери, зашли, засов закрыли с другом. И поворачивает, вдруг видит икона Казанской Божьей Матери. Он вспомнил ту, которая у них стояла в доме и в страшные советские времена, когда за это просто могли там расстрелять, да? Вот. И такое, говорит, спокойствие стало. Все стало так тихо. Куда делись враги, мы не поняли. И вот он со слезами на глазах нам эту икону передал уже, вот, получается, сын этого бойца. Человека, да. Да, чтобы она у нас была. Это у нас в Красном углу. Вот такая вот история. И вот у каждого экспоната такая история, потому что вот даже запах музея, особенно, наверное, вот когда старина, вот прям вот особенный. Непередаваемый. Оттуда не хочется уходить. Да, да.
Ну вот я хочу сказать, что про, вот, Татьяна Федоровна сказала про то, что очень важно именно военно-патриотическое еще воспитание. Вот у нас нет музея боевой славы, как такового, вот, связанной с Великой Отечественной войной. Но мы тоже... Так получилось, что мы подружились с афганцами. Это есть общественная организация «Контингент». Познакомились наши ребята на музыкальном фестивале патриотической песни. И они говорят, а можно мы с вами, мы хотим, вот у нас есть что вам передать, сказать. И у нас вот так и образовался музей, маленький музей, музейная комната мы называем, посвященная боевому пути 56-й десантно-штурмовой бригады в Афганистане. То есть получается, что в школе номер 3 целый музейный комплекс. Так. И мы дружим очень, и это хорошо, потому что, конечно, ветеран Великой Отечественной уходит. У нас есть другие ветераны, ну да, к сожалению, такие достойные мужчины, которые приходят, которые с ребятами разговаривают по-мужски. И это, вот правильно Татьяна Федоровна говорит, это есть вещи, которые ты никогда больше нигде не увидишь и не услышишь, как только от таких мужественных людей. Татьяна Федоровна, а как у вас работает музей? Вот у вас какая система? Такая же примерно? У нас, конечно же, так как у нас есть учебный план, план по воспитательной работе, то, конечно, мы работаем по плану воспитательной работы, также составляем ряд мероприятий в течение года, которые должны пройти в музее. Но возможно, конечно, что нам звонят люди с других школ, с других организаций. Можно мы придем, как вы сейчас сказали? Можно вы? Да, пожалуйста, да. Звоните. Двери нашего музея всегда открыты. Мы с радостью расскажем, покажем. Дети покажут экскурсии. И если касаемо экскурсий, вот хочется мне рассказать, что у нас очень много экскурсий основано на воспоминаниях ветеранов. То есть мы не придумываем. Мы берем воспоминания ветеранов, где-то читаем, показываем. У нас была такая экскурсия, когда мы пригласили ветеранов, и в этой экскурсии использованы были их странички, биографии, их детство. И по ходу экскурсии они узнавали себя. То есть выходит мальчик, рассказывает о своем блокадном детстве, и, а мы смотрим на реакцию. Эдуард Брониславович Марчик, у нас есть такой вот ветеран, да, наш активист блокадников. И у него глаза становятся больше, потекли слезы. «Да это же я», — говорит он. То есть вот такие у нас задумки. И потом этот мальчик подходит к ветерану, берет за руки. И потом он делится, говорит, вы знаете, даже внешне похож на меня. Вот я себя увидел в детстве, эти шортики, эта стрижка. Ну, то есть у нас вот мы стараемся использовать какие-то в экскурсиях театральные постановки, потому что это более заинтересовывает детей, это более эмоционально. У нас есть, вот Виктория Вячеславовна говорила о ценных экспонатах, у нас есть фронтовые письма, и это не просто фронтовые письма, это целая история. История пары, молодой пары из Ленинграда. Парень с девушкой. Девушка приехала, кстати, в Ленинград поступать в институт из нашего города, из Куйбышева. Встречались, началась война, она проводила его на фронт, и они начали переписываться. Так вот, у нас есть 14 писем от Володи, Володя Кондрашов, звали парня, девушка Евгения Сизова, от него, то есть вот эти письма у нас сохранились. История любви. Да, история любви, но, к сожалению, эта история закончилась в ноябре 41-го года, получила она последнее письмо от Володи, потом он пропал без вести, у нас даже есть ценный также документ, запрос на Евгению Сизову, ну, от Евгении Сизовой, этой девушки, то есть она писала, звонила, ну, то есть по мере возможности в различные там военкоматы, искала своего Володю, но, к сожалению, не нашла. И вот по этой вот переписке мы также составили сценарий экскурсии, где присутствуют герои, Володя, Женя, то есть как вот театрально обыграли. Ну и, конечно, это да, это очень эмоционально, дети смотрят, дети со слезами на глазах это воспринимают. Ну вот, я, что, знаете, о чем подумал? Наших вот, на самом деле вот это и есть патриотическое воспитание. Причем вот такое самое настоящее. Потому что, по большому счету, вот здесь и после этого говорить ничего не нужно. Просто вот расскажи вот это, покажи эти письма, покажи вот эту икону. И, собственно говоря, вот он и есть патриотизм. Самый настоящий. Скажите, вот, а как создать школьный музей? Вот совет дайте, вот если школа, ну, допустим, недавно построена, или там, ну, нет еще. Вот, с чего бы вы начали, вот, если бы оказались там вот? Как нужно делать этот процесс? Как его организовывать? Ну, во-первых,
конечно, смотря какая школа, если у нее история какая-то, если есть люди в школе, с которыми связаны, так сказать, да, какие-то там исторические события, например, выпускники свои, да, вот наша школа носит имя Героя Советского Союза Вадима Ивановича Фадеева. Он у нас не учился, и у нас музея нет, но вот имя мы это очень чтим. А ведь есть ну вот, школы, где герои-выпускники. Вот это очень такое мощное, наверное, вот направление для того, чтобы музей такой открыть. А дальше можно, конечно, опять же, от увлекающихся людей. Есть учителя, ну, те же биологи, например, там, географы, краеведческий музей можно какой-то открыть, связанный, опять же, с историей школы. Всегда можно найти какие-то уникальные странички, которые будут отличать твой музей от другого, краеведческого, например. Вот. Это всегда должна быть какая-то творческая команда, которая хочет это делать по-настоящему. Все зависит от людей. И, ну, в принципе, у нас в школах в Самаре настолько много музеев, которые открывают странички истории Самары, Самарской губернии. Самарского края, и да. Это же непочатый край работы. Да. И образование, и у нас. И вот прекрасный музей 154-й по Тимуру и его команде, да, где школа стоит на месте того дома, где снимался фильм о Тимуре и его команде, да. И так далее. Главное, чтобы это было все неформально. Главное, чтобы, понимаете, бывает так вот откроется красивый музей новый, да, и тишина. Вот чтобы он жил своей жизнью, для этого, конечно, там должны быть дети. Вот, слава богу, приходят времена, что возвращаются у нас ребята в музей, уходит эта пандемия, опять пошло движение. Потому что все очень соскучились по этому. Все ждут, все хотят. И вот я бы вот так пожелала школам идти от своего желания, от своего хотения, от своих людей, специалистов, от того, что интересует вас. Татьяна Федоровна. Вот, да, все правильно сказала Виктория Вячеславовна. Тут, собственно, и добавить-то нечего. Ну, в любом случае, вы понимаете, да, нужна тематика, выбрать тематику, да, музейную. И если вот покопаться, понимаете, вот в каждой семье, да, школа, она большое количество, у нас почти 1000 человек в школе учатся, и в каждой семье есть какая-то история, есть какой-то герой, да, возможно, о которых, к сожалению, вот нынешние дети мало что знают. Может быть, покопаться в своих семейных архивах, можно покопаться в истории улицы. А у нас вот, допустим, у нас школа находится на улице Старозагора. Это город побратима болгарский наш, да? То есть вот таких моментов действительно можно найти много, много. И либо взять страничку историю, связанную с нашим городом. Вот у нас недавно мы составили экскурсию, сценарий о детских домах Куйбышевской области, которые принимали в годы Великой Отечественной войны, в том числе и блокадных ребятишек, принимали... отпаивали, то есть кормили, лечили. Ребята приезжали в таком страшном состоянии. То есть квалифицированные работники с ними проводили различные, да, то есть какие-то лечения. И, ну, то есть вот даже вот в таком плане, да, то есть почему бы не создать музей, который посвящен детским домам, работающим в годы Великой Отечественной войны. Наш город богатый историей. То есть, так... Работа на самом деле не почитай край. Да, действительно. Важно люди, чтобы хотели и... Я понял. То есть вот на самом деле важны две вещи. Это на самом деле неравнодушие и какой-то творческий подход. Уважаемые гости, мне подсказывают, время программы подошло к концу. Большое спасибо за интересную, содержательную беседу. Я желаю, чтобы ваши музеи развивались, процветали, чтобы у вас было как можно больше посетителей, ну и, соответственно, чтобы дети любили нашу историю. Спасибо. Спасибо. Приходите к нам. Обязательно. Приглашаем обязательно, вас в наш музей. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Татьяна Чижова, руководитель музея школы номер 90 имени Героя Советского Союза маршала Мерецкого, и Виктория Пак, руководитель музея школы номер 3 имени Героя Советского Союза Фадеева. Удачи в делах. Приходите в музей. Всего вам доброго. До свидания.